Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про металлоискатель Bounty Hunter Lone Star Pro. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Bounty Hunter Lone Star Pro разработан и произведен в США. Этот металлоискатель является самой младшей моделью в новой версии металлоискателей. ЖК-дисплей имеет 9 сегментов визуализации цели по типу – монеты, золото, гвозди, мусор и так далее. Индикатор состояния батареи питания. Металлоискатель оборудован подлокотником, имеет встроенный динамик и предусматривает вход для наушников. Металлоискатель укомплектован круглой катушкой моно, которая предусматривает наличие одной обмотки. Особенность катушки размером 200 на 200 мм состоит в том, что ее корпус защищен от влаги, позволяя работать с металлоискателем вдоль побережной линии на мелководье. Lone Star Pro оснащен концентрической 8-дюймовой водонепроницаемой катушкой. Катушка водонепроницаемая и позволяет работать с детектором на мелководье вдоль прибрежной полосы. Данный прибор типа VLF обладает визуальной идентификацией объектов и глубины их залегания с помощью индикаторов на ЖК-дисплее, трехтональной звуковой идентификации и возможностью измерять глубину залегания объекта шестисегментным индикатором. Прибор имеет возможность установить пользовательскую схему дискриминации. Отстройка от грунта автоматическая Ground Track, без потери чувствительности. Контроль питания автоматический при включении прибора. Трехуровневая система распознавания предметов из черных металлов, специально для охотников за раритетами. Режимы работы. Динамические режимы, все металлы, ручная дискриминация, ночь, автоночь для ручного или автоматического исключения объекта или нежелательной группы объектов, режим идентификации объектов, управление, кнопка переключения режимов дискриминации, регулятор чувствительности, выключатель, регулятор отстройки от грунта, переключатель режимов. Грунтовый металлоискатель способен обнаружить предмет из металла на глубине 10 см. Максимальная глубина, на которой прибор способен обнаруживать мелкие предметы типа монет, составляет 25 см. Lone Star Pro работает автономно, используя один элемент питания – крона. Устройство функционирует на частоте 7,8 кГц. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Громкость не регулируется. Без пинпоинта. На золото реагирует как на пробки. Соединение в штанге не очень плотное. Маленькая катушка. Теперь перейдем к положительным. Четко ловит весь алюминий. Отличный МД для начинающего. Прост в работе. Глубина находки. Легче, чем другие аппараты. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».